Парты, компьютеры, интерактивные доски – это лишь часть того, что перед днем студенты обновили в Аграрном университете. Накануне здесь заработали сразу две современные аудитории для кафедр земледелия и растениеводства, а также сельхозтехники. Обе созданы в сотрудничестве с промышленными партнерами вуза. Безусловно, они сегодня оснащены современной компьютерной и лабораторной техникой, удобной мебелью, которая позволяет студентам приятно получать те компетенции, работать с преподавателями и с бизнес-сообществом внутри этих аудиторий. Ребята просто в шоке находятся. А те, которые занимались в этих аудиториях раньше, до ремонта, то есть они ее еще старую помнят, они в еще более глубоком шоке находятся и на самом деле. Ребята очень не хотят покидать эти аудитории, сожалеют, что не каждая пара у них там проходит. Но в ближайшее время в этих аудиториях проходить будут не только пары. По словам руководства вуза, они должны стать местом для стратегических сессий, проектной работы, встреч с бизнесом и выполнения разнообразных кейсов. Первым гостем новых учебных помещений стал Виктор Томенко. Он поздравил студентов с их личным праздником. Обязательно, чтобы учеба здесь, в нашем вузе, в конечном итоге послужило бы тому, чтобы освоили профессию и успешно ее применяли в жизни. Также губернатор встретился с молодыми сельхозучеными. Они представили свои проектные работы и идеи развития аграрной науки и технического предпринимательства в рамках проекта «Точка кипения». Добавим, что праздничные мероприятия сегодня прошли во всех студенческих объединениях. Так Виктор Томенко поздравил еще и студентов Института культуры, посетив их праздничное представление. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.